находится под арестом в Екатеринбурге. Что будем делать, господа? Как только наши войска приблизятся к Екатеринбургу, большевики уничтожат его. У тебя 30 минут. Чего пялишься? Это все, что вы можете сказать? Можно попытаться освободить государя силами группы лучших офицеров армейской и фронтовой разведки. Кто возглавит группу? Я бы рекомендовал штабс-капитана Давыдова. Боевой офицер-разведчик. Смел, решителен, умен, дерзок, непредсказуем. Он эту кашу заварил, ему и продолжать.